раз. С начала этой недели произошла авария, в которой перевернулась машина. Статистика первого месяца осени совершенно не радует. Вот уже приехала реанимация для того, чтобы оказать помощь. 10:08 утра. Центральная площадь города Ленина. Алена каждое утро проезжает через улицу Сенную на работу. На этот раз ее привычный путь омрачило серьезное ДТП, участницей которого ей пришлось стать по неволе. На красный свет просто как решил проскочить, а тут уже поехали. Я уже на зеленый выехала, а он на полном ходу просто летел. Сама толком понять не успела. Ехал на зеленый и без вариантов был затормозить. Выскочил на полном ходу и все. Коленкой ударились, да? Да. Что, ушиб сильный? Ну, да не сильно, ничего не сломано, просто болит. После осмотра врачи заверили девушку, что серьезных травм нет. Что с ней? Ничего, ушиб голенький. Чего нельзя сказать о ее машине. Передняя часть белого автомобиля «Лада Калина» полностью разбита. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, которая, как и положено, будет длиться минимум 10 дней. И только после этого установят виновника аварии. Но на видео с регистратора невооруженным глазом видно, что 55-летний житель Шацка, следовавший от площади Победы на площадь Ленина, проехал на запрещающий сигнал светофора. От общения с нами мужчина ожидаемо отказался, но нам удалось увидеть у него следы крови. Скорее всего, порезался разбитый стекло. Врачи тоже не стали комментировать состояние мужчины. С ним находилась женщина. Серьезных травм ни у кого из них, к счастью, не оказалось. Хотя, судя по видео, машину перевернуло от удара и протащило по асфальту примерно 50 метров. Именно такое расстояние зафиксировали представители ГАИ между машинами. Радует одно – все остались живы. Нас заверили, если бы водители и пассажир в машинах не были пристегнуты ремнями безопасности, трагедии избежать вряд ли удалось бы. Куда так спешил мужчина за рулем «Лады Калины», что не заметил? Запрещающий сигнал светофора нам выяснить так и не удалось. Зато ясен итог. Две разбитые машины и чувство страха, которое может испытать человек, переворачиваясь в машине. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».